интерактивы, мастер-классы и новый репертуар для большой сцены. Все это стало возможным в Ставропольском краевом театре кукол после капитального ремонта. Обновленное здание с рабочей поездкой посетили губернатор региона Владимир Владимиров и министр культуры России Ольга Любимова. Этот зал мы используем как многофункциональный зал. Здесь мы играем и спектакли для самых маленьких, и мастер-классы у нас здесь проходят, и взрослые камерные спектакли проходят. У нас есть театр на подушках, мы делаем, то есть зал-трансформер. Плюс этого театра, они очень хорошо работают по инклюзивным программам. Здесь у нас рядом школа для глухонемых. Они работают с библиотекой нашей для слабовидящих. Работают с общественными организациями. У них есть свои проекты. Есть спектакли, которые переводятся с сурдопереводом. То есть они в этом плане прямо заберем вас на гастроли очень тогда. Большие гастроли. В Михайловске благоустраивают сквер на улице Пушкина. Там возведут детскую спортивную площадку, оборудуют пешеходные дорожки, установят фонари и камеры видеонаблюдения, сообщили в региональном Миндоре. Благоустройство сквера проходит по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В станице Воровсколесской завершается капитальный ремонт второй школы. В здании утеплили фасад, покрасили стены, заменили кровлю и электропроводку, сообщили в региональном министерстве образования. Также в учреждении установят новую мебель и оборудование. Работы проводят по программе модернизации школьных систем образования. Завершить ремонт планируют до начала учебного года. В Кочубеевском округе капитально ремонтируют подъезд к хутору Петровскому. Обновят более 3 километра проезжей части. Также на отрезке укрепят обочины, нанесут разметку и установят знаки, сообщили в региональном Миндоре. Работы проводят по краевой программе развития транспортной системы.